Дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня вот какая идея. Значит, когда у вас что-то стоит в духовке, в печи, в мангале, длительного приготовления, что поделать такое? Что еще на стол сделать, чтобы, ну, время не зря терять, и что-то вкусненькое это и простое. Берем огурцы, делаем салат из огурца. Но не просто салат. Выравниваем так, чтобы у нас все попки с этой стороны ушли сюда, с этой стороны сюда ушли. Огурцы уже молодые. Молодые огурчики можно не чистить. Все, смотрим, все шикарно. Так пополам и там на две части. Вот сюда мы это все нарезаем, складываем. И простейший рецепт. Я бы его назвал, не знаю, счастливый дачник какой-нибудь. Или жаркое лето. Что-нибудь простое такое. Знаете, придумывайте всегда блюдам какие-нибудь названия. Вы знаете, что я фанат острых ножей. Но существует вокруг меня такая проблема, как отсутствие этих острых ножей. Постоянно что-то с ним происходит. Я решил пойти вам навстречу, сделать такой сервис у себя на сайте по заточке ножей. Внизу под роликом я дам ссылку. Заходите, выбирайте, что вы хотите заточить, в какой форме это должно быть. С курьером, без курьера, с пересылкой, без пересылки или сами привезете. В общем, я болею за то, чтобы у всех были острые ножи. И готов вам в этом помочь. Томат. Вот это салат больше про огурцы. Поэтому томат у меня здесь всего лишь один для вкуса. Для цветовой гаммы, так сказать. Все, самый простейший томат. Как сейчас помню, сегодня покупал по 119 рублей. Сейчас кто-нибудь точно напишет, что типа очень дорого. Не, ребят, смотрите, это ростовские томаты. Вот этот сорт с зелеными семечками. Очень я его люблю, но только в сезон. Потому что в межсезонье он, конечно, тоже продается, но вкус такого не имеет. Все, нарезаем крупно. Прекрасный томат. Дальше добавляем сюда лучок. Лучок какой-нибудь вот такой. Свеженький. Молодой. Вкусный. Я много не буду добавлять. Буквально таки половинку луковички. Полукольцами. Лучок сладенький. Ароматный, вкусный. Но много тоже нельзя. Сюда. Значит, чеснок свежий. Ну, на любителя, короче. Хотите, добавьте. Не хотите, добавьте сухой чуть-чуть. Сухой прекрасно себя чувствует вместе с овощами. Они сок дадут. Соли можно сразу же чуть-чуть сюда насыпать. Перемешать, чтобы уже чеснок начал помаленечку смешиваться с влагой от овощей. Начал разбухать. Не возбухать, а разбухать. Не путайте. Значит, дальше. Йогурт. Греческий. Можно и сметану. В зависимости от того, что у вас есть, то и используем. Греческий йогурт очень хорош в овощных заправках, салатах. Все, баночку сюда. Раз. Йогурта много не бывает. Это полезно. Теперь перемешиваем с йогуртом. Все поэтапно. Я просто объясняю долго, но когда я дома делаю, я никому ничего не объясняю, просто это делаю. Чтобы влага опять пропитывала чеснок, чтобы смешивалось соки, все смешивались с йогуртом. Чили-перчик для любителей. Кончик отрезаем, но это для слабаков. Это зависит от того, насколько ваша семья любит острое. И, конечно же, зелень. Вот она, зелени, не жалейте вообще. Лето – это время зелени. Зимой же не будет той зелени, которая летом. Поэтому цените это время. И добавляйте в еду много зелени. Кинза, если любите. Если не любите, то укроп, петрушку. Вот укропчик. Ветки вот так вот отрываем, складываем сюда. Петрушка. Петрушка у нас уже нежная и мягкая. Кого смущают стебли, половину отрежьте. Но со стеблями оставляйте. И мята. Без мяты, как говорится, она очень подчеркивает свежесть огурцов, свежесть и йогурта. Мята очень круто решает многие вопросы в салатах. Мяты много не надо, но зелени всего, всей зелени должно быть много. Все, стебелечки режем. Значит, теперь листва пошла. О, я на улице стою, и ветер гуляет, и то аромат разносится вообще совершенно божественный. Все, ничего лишнего не добавляем. Можно чуточку масла растительного. Можно добавить туда сок лимона. Но это зависит еще от кислотности. Знаете, у многих кислотность повышенная,
И они такие, кислоты йогурта будет достаточно. Тут факториал может быть бесконечный. Имея 5 ингредиентов, вы можете в зависимости от объема каждого ингредиента менять вкус блюда. Не добавляйте мяты, свежести будет меньше. Добавляйте мяту больше. Петрушки больше добавляете, кинзу не добавляете. У вас получается салат другого вкуса. Кинзу добавляете, укроп. Уже новые сочетания. Да, вроде казалось бы, все просто. Каждый из нас сделал что-то подобное. Но каждый раз разное. У всех каждый раз разное. Теперь нужно аккуратно перемешать. У меня больше тазика не было. Поэтому буду мучиться, корячиться. Но все перемешаю. Попробовать могу только я. Но вы тоже можете, если приготовите его дома. Угу. Йогурт – это молочка. Молочка очень мягко работает с капсаицином, находящимся острота, да? Чили-перец. Острота есть, но йогурт ее смягчает, и с йогуртом острый перец есть комфортнее. Огурец свежий, хрустящий, сладкий. Йогурт кислый, баланс кислого-сладкого. Раз, получается классно. И мята. Вот мята и огурец, и йогурт. Это, наверное, вот три таких элемента, которые идеально подходят друг к другу. Помидорец, так как его мало, он дает немножко кислоты и своей сладости. Это супер летний салат, у меня же слюна, я же говорить не могу. К шашлыку идеально, к крыльям идеально. Каре барашка без него никак, брат. Вообще. Рад, что вы посмотрели этот ролик до конца. Приходите снова за новыми идеями, за вкусными блюдами. Пока.